Жители Донецка напуганы из-за того, что военная операция украинской армии не ослабевает. Особенно это заметно на улицах города, где очень мало людей и машин. На работу идут только те, кто действительно вынужден это делать. Многие последовали призыву оставаться дома и не подходить к окнам. На данный момент официальной эвакуации из Донецка нет, но мы поговорили с жителями, и они сказали, что рассматривают вариант отъезда. Тем временем в соседней области, в Луганске, произошла перестрелка у военной части. Как сообщается, погиб один боец сил самообороны, с обеих сторон есть раненые. Инцидент произошел после того, как семьи некоторых солдат, которые служили в этой части, попросили антиправительственные силы освободить их родственников. Дело в том, что солдаты, чей срок службы уже закончился, хотели покинуть базу, но им не позволили этого сделать. Насколько нам известно, большинство из них в итоге ушли. Это примерно 80 человек. В то же время в другом городе Луганской области военные устроили минометный обстрел. Их целью был блокпост ополченцев, но пострадали мирные жители. Повреждена крыша, по крайней мере, одного дома.